Сегодня я иду в клуб «Контрабанда» на поэтический вечер, где будут читать стихи владивостокских поэтов о Владивостоке. И этот вечер посвящен Дню города. А в выходные, когда будут основные мероприятия, я, естественно, посещу центральную площадь. Выезд за город. А что будете делать? На дачу. Я буду отмечать получение диплома. Да, театр молодежи. Вот сегодня друзья брали билеты. Там, по-моему, спектакль связан со свободой выбора и связан с бабочками. Эти свободные бабочки? Да, эти свободные бабочки. Хотели посмотреть в Владивостоке, я просто не местный, я из Москвы. Вот. У вас тут очень здорово. Мы просто брали машину на прокат, смотрели эти места. Они очень красивые, вот, и люди тут хорошие. Я думаю, что пойду на шествие, там, день города, празднование. Вот, пойду в колонию студенческих отрядов, ну и дальше там уже культурная программа, не знаю, как куда поведут, туда и пойду. Вот хочу побывать. Выставка какая-то новая у нас, по телевизору говорили. Какая-то выставка новая открывается, московская приезжает, да. Вот хочу музей, да, побывать на выставке. Ну, я любитель еще и дачи. С удовольствием съезжу на дачу, поработаю, отвлекусь, как говорится, от всего вот этих вот каких-то проблем. А на море? Вот только на море просто купаться еще вроде бы холодновато. Я думаю, что я буду гулять по городу, наслаждаться хорошей погодой, фотографировать горожан опять-таки. Не исключено, что это будет частью моей работы. Ну и, в принципе, наверное, все. У меня будет такой общий среднестатистический план. Гулять, смотреть, возможно, кататься на велосипеде. В общем, здоровый образ жизни, ЗОЖ. А, не, на мотоцикле пойду кататься в лес. А вы? Я не знаю, наверное, погулять схожу. А есть какие-то культурные мероприятия в городе? Да, завтра день города отмечается. Наверное, сходим? Да. Здесь, на площадь, здесь что-нибудь будет проходить? Уеду из города. Куда? Ну, скажем так, в деревню, на дачу. А в Версале есть прекрасная выставка, прямо в холле гостиницы «Версаль». Чудесные работы, отличные, замечательные. Мы сейчас только что там были. Мы там больше часа провели. Да, и там, помимо картин, там еще очень много сделано, вот именно как прикладное искусство, разные статуэтки, все. Это все российское, понимаете, не импортное, не Китай какой-то, а именно только российское. Да. Матрешечки там всякие, гжели очень жели интересные. Много наших жели. Просто замечательно. У нас культурное мероприятие – поездка на острова, поэтому не посетим, к сожалению. А на какие острова поедете? На русские. На какой же еще?